Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня вас приветствует духовой оркестр правительства Республики Тыва под управлением заслуженного артиста Республики Тимура Дулуша. Сегодня нам выпала великая честь открыть цикл концертов художественных, творческих коллективов, посвященных столетию единения России и Тувы. И знаменательно, и очень волнительно то, что этот первый юбилейный концерт состоится в этом зале, в этом здании, в котором когда-то зарождалось и крепло искусство духовой музыки республики. В этих стенах рождались и делали первые шаги национальные коллективы республики, имена которых известны во всем мире. Из этих стен уходили в годы Великой Отечественной войны добровольцы на фронт. Уходили молодые парни и мужчины. Уходили защищать Родину. Уходили, чтобы не вернуться. Поэтому эти стены священны для нас. С особым волнением мы начинаем премьерный показ новой программы Духового оркестра правительства Тувы, которая называется «Вместе с Россией». Композитор Владимир Чернявский. Премьера сюиты для духового оркестра в пяти частях. «Россия, Тыва». Дирижер, заслуженный артист Республики Тыва Тимур Дулуш. Часть первая. Тувинские просторы. Thank you.
Thank you.
Петр Казимир. Премьера сюиты для шпица и духового оркестра 9-9. Стихи Сергея Вавилова. Дирижирует заслуженный деятель искусств Республики Тыва Петр Казимир. Сигнал, нанизывая на себя созвездия, уносится в неведомый астрал и покоряет необъятный космос, а возвратившись, спицею стальной пронзает землю, словно школьный глобус. В ацтекских храмах обретя покой. Но раз есть путь, так значит, был и путник. Раз есть дорога, кто-то ей ушел. Не вспомнили имен в сказаниях златоустых Маннай Великий и Чанчи Оол. Но все ж давно когда-то, я почти уверен, отважный дерзкий Мадыр, диаметр земли для нас измерив, преодолел подземный нижний мир и, не передохнув, без страха и испуга, на белом, сказочно красивом скакуне с вершин Монгул тайги он, как стрела из лука, взлетел над звездами, отчаянный Менге. Потом на берегу сидел усталый, прохладу погрузив в горячие ступни, и слушал ласковое пение мамы, как голос вечной матери земли. От той поры прошло веков немало, мужали люди, реки силу обрели. Мне эту сказку нашептали скалы, и голос первой утренней зари. Thank you.
Душа жива, пока живут легенды, пока порхают сказки в наших снах, а веры чистота хранима и нетленна поддерживает жизненный устав. Как фея из волшебной детской сказки, седая женщина морщинистой рукой взмахнет заветною девятиглазкой и окропит нас влагою живой. Обычный ковш, невзрачный черпачок с отверстиями по бокам, глазками, но в каждом вдруг надежда оживет. На нас прольется девятью слезами, и сбудутся простые пожелания, они во всех домах слышны, усопшим память, юношам дерзаний, стадам травы, а девушкам весны и старикам спокойной, долгой жизни, здоровье детям, счастье молодым летят на нас. Серебряные брызги сквозь можжевеловый душистый дым. Душа жива, пока живут легенды, как бабочки порхают в наших снах. Пусть никогда в посудине священной не иссякают капли молока.
на древней азиатской пуповине, вдали от шумных суетных путей, внутри уюкской снежной котловины склонился месяц над долиною царей. А в глубине, среди чудесных арок и сказочных подземных галерей, таинственный находится подарок, до времени укрытый от людей. Ковчег священный о семи печатях, с секретом, секретным кодом девяти замков, что в нем хранится? Серебро и злато, или скрижали мудрые богов, монеты и изысканные ткани, золотая упряжь, шкуры соболей, или в драгоценном трепетном сиянье мерцают груды редкостных камней? А может, в нем космические карты, изученные предками давно, маршруты, азимуты и координаты далеких обитаемых миров? Но однажды, когда реки любопытства вдруг выйдут из заветных берегов, мы все увидим, что в ларце хранится священное сокровище – любовь. На древней азиатской пуповине, вдали от шумных суетных путей, внутри уюкской снежной котловины склонился месяц над долиною царей. Thank you.
ручьи и реки обозначены на карте на изумрудном фоне серебром, как малахитовая праздничная скатерть, искусно вышита руками мастеров. Орнамент синих гор узор скрывает, в затейливом рисунке скрыт сюжет о том, как после долгих лет скитаний два кровных брата встретились случайно и больше не расстанутся вовек. Бейхем веселый, статный, старший. И младший брат Кахем, красавец и поэт, они слились в объятиях братских. После разлуки горьких лет хрустит снежок, как сахар на зубах, а воздух, словно чай на диких травах. Два брата, два серебряных крыла в едином русле плещут благодарно. Река, как шелковый платок через кольцо, все дальше, дальше, дальше убегает. В ее поверхности прекрасное лицо улыбкой белозубою сверкает. Саянских гор, как символ единения, несет свои потоки Енисей по всей Сибири, через всю Россию, до самых дальних северных морей. Thank you.
Многие тувинские народные сказки начинаются так. Давным-давно, когда озеро Судхоль было черной лужицей, когда круглое катилось по земле, а плоское летало по воздуху, за тонкой дымкою саян очарования, за живописной горною грядой, где чайки по утрам кричат печально, укрылось озеро по имени Судхоль. Секрет хранится в синей глубине. Оно когда-то черной лужицею было, но круглое катилось по земле, а плоское по воздуху приплыло, как в сказке стала Золушка-принцессой и расцвела влюбленная Ассоль. Так посреди высоких гор и леса прекрасною и юнною невестой явилась миру озеро Судхоль. Лесные елки, как колокола, затеяли веселый благовест. Зеленый блеск озерного стекла смешался с перезвонами торжеств, и онемел закат от красоты, а ветер песни о любви слагает. Он облака, как белые цветы, с небес к ногам красавицы швыряет. Хранилище любви и чистых слез Судхоль одарит каждого богатством. Серебряными россыпями звезд и маслянисто-желтым лунным златом, за горной дымкой саян очарования, за живописной горною грядой, где чайки по утрам кричат печально, укрылось озеро по имени Судхоль.
На горном крохотном уступе от звездной бездны в двух шагах, внутри волшебной белой юрты тепло и сухо, и горит очаг. Дым в хороча задумчиво струится, стремясь к полузатянутой петле. Тут правит миром белая волчица, седых сказаний мудрая царица и мать всего живого на земле. Она отсюда всем повелевает, хранит священный вековой устав. А иногда, когда минутка наступает, на косточках и камушках гадает и вниз, в долину опускает взгляд. Вот движутся цепочкой верблюды, вот кони пьют, вытягивая губы, пришли на свой любимый водопой, играют, фыркая водою ледяной, а это нежится в снегу вальяжный як. Встревоженный манул урчит в кустах. В прогалине непроходимых дебрей малиной лакомятся бурые медведи, клюют рябину бойкие синицы, все подмечает острый глаз волчицы. Среди тайги в непримиримой схватке моралы гордые в глухом распадке сошлись и бьются за любовь в степи врага. За сценой с опаской наблюдает кабарга. В студеных реках царствует таймень, своей железной хищной хваткой заглатывает рыбку повкуснее сишка или серебристую стерлядку. Здесь глухарят выводит копалуха. На теплых скалах змеи греют брюхо. Повсюду жизнь летит, ползет, кусает. Наш мир мать белая волчица сберегает. Thank you.
Когда умирает шаман, в знак печали и уважения кожу на его бубне разрезают ножом. Таков обычай. Танцуй, шаман, и в бубен бей, стучи орбой, кедровой колотушкой, плачь вороном, кукуй кукушкой, оповещая умершие души, что ты пришел, и в бубен крепче бей. Танцуй, шаман, средь жертвенных огней, буди своих помощниц, мудрых змей, добавь в курильницу малиновых углей. Танцуй, шаман, и в бубен крепче бей. Звени, дунгур, что может быть прекрасней, чем защищать людей от злых напастей, от разочарований и невзгод, дарить кому-то светлые надежды, несчастья, выметая за порог. Танцуй на пламени в диковинных одеждах. Ты и огонь едины, как и прежде. Взлетай орлом и ниже бей поклоны. Не вспоминай о возрасте преклонном. Я завершаю свой нелегкий путь. Прочь старческая слабость. Дай вздохнуть, не знает время, что такое жалость. Никто его не в силах обмануть. Танцуй, шаман, стучи больное сердце. Танцуй, шаман, последний раз со смертью. Прощай, дунгур. Уже слабеет когда-то крепкая ладонь. Прощай, дунгур, мой бубен верный, мой славный, мой крылатый конь. Дым от курильницы священной смешается с водой обыкновенной, и мне укажет павшая звезда дорогу, где я не был никогда. Там, между небом и землею лежа, я обрету свой неспокойный вечный дом. Но почему же так хрипит на бубне кожа, как горло, рассеченное ножом? Thank you.
За цепью цепь седых вершин, Саяны, святые воины глубокой старины, их шапки острые издалека видны, и метких стрел полны колчаны. Их обжигает зной, заносит снегом, они на страже тысячу веков, надежная защита от набегов и вечное пристанище орлов. В горах хранится сотни тайн, в неведомых ущельях вьется дорога, где прошел великий хан, на перекрестках оставляя кости отважных всадников, что вмерзли навечно в ледники Саян. Средь осыпей и каменных завалов, исхлестанных нагайками ветров, скрывается прибежище архаров с крутыми красными изгибами рогов. Тут ласково мурлычет снежный барс, но берегись, он может быть опасен, кошачьим пением подманивая нас. Но этот редкий зверь прекрасен. В хрусталь озер глядится сверху небо, а шелковые травы ждут стада, и непонятно, где тут быль и небыль, а выше всех гора, Мангун-тайга, за цепью цепь седых вершин, Саяны, святые воины глубокой старины, их шапки острые издалека видны, и метких стрел полным-полны колчаны.
Шумит застолье в юрте Субудея. Он завтра отправляется в поход. Кипит хмельное нервное веселье, и хлещет арака из бурдюков. Звучит хвалебный хор пустых речей, льстецов извивы, надоевшие за вечер. Угрюмо хмурясь, старый Субедей уйдет из духоты на вольный ветер, плеснет из фляги на густые травы вина, чтоб звездам угодить, и клятву повторит, что дал когда-то хану, и долго будет с небом говорить. Я стану мышью, чтоб народы собирать. Я стану черным вороном, чтоб все, что есть снаружи, брать. Подобно теплому плащу тебя укрою, чтобы ты мог спокойно отдыхать. Я стану войлоком, что юрту кругом покрывает, чтобы тебя от смерти сберегать. Остаток ночи проведет в степи, о чем-то размышляя, а затем ремни доспехов стянет на груди и застегнет под подбородком шлем, стремительно шагнет, стряхнув похмелье с восходом через войлочный порог. И жалкий раб с немым благоговеньем оближет его кованный сапог.
гость праздника, главный дирижер, главный военный дирижер Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант, заслуженный деятель искусств РСФСР Валерий Халилов. Концертный марш «Тува» дирижирует автор. Волною радости и вдохновения наполнятся счастливые сердца. 100 славных лет святого единения, согретых звездами салютов юбилейных и пламенем таежного костра. Мы связаны судьбою вековою,
Пусть гордо шествуют в сиянье торжества. Россия, рука об руку с Тувою, как старшая и младшая сестра. Дорогие мои земляки, это, по-моему, тот самый случай, когда даже правильные слова могут испортить то ощущение, которое у нас есть с вами, поэтому за трибуну не буду вставать. А все же хотелось бы сказать то, что у нас в душе есть. Согласитесь, концерт получился. Я бы хотел ребят поздравить с таким хорошим концертом. Конечно же, наш юбилей – это большое событие. Здесь будет очень много мероприятий, действий, направленных на то, чтобы закончить вековую историю и начать новую летопись. Летопись взаимодействия уже большой семье народов России. И это событие у нас будет сопровождаться целым рядом действий. Ну, например, будем строить очень много объектов. Нам так хотелось бы построить новую филармонию. Мы сейчас этим заняты. Нам хотелось бы быстрее завершить. И буквально вчера завершили мы капитальный ремонт нашего театра. И будем сейчас в этом году завершать Институт гуманитарных исследований. Ну и так далее, и так далее. Но столетие прежде всего это культурное событие. Бок о бок живем 100 лет. И 100 лет единения. И, конечно же, здесь и истоки наши, древняя культура и одновременно та самая семейственность, жизнь вместе с великой русской культурой. И впереди будут экзамен и у национального оркестра, у нашего государственного ансамбля «Саяны». И они будут представлять свои юбилейные концерты. Я знаю, они очень стараются и готовятся. Первыми, как видите, и так и должно быть, потому что здесь присутствует слово «правительство». И здесь первыми выставил свой концерт и свой экзамен духовой оркестр правительства Республики Тува. Я бы хотел поблагодарить всех ребят, и прежде всего его дирижера Тимура Дюлюша, с таким хорошим концертом. Так и должно быть на самом деле, земляки, согласитесь, когда мэтры именно оркестрового, духового оркестрового такого
искусства сегодня особо следят за ними. Чего стоит последний или крайний вот такой вот номер нашего концерта, когда сам военный дирижер, главный военный дирижер Вооруженных сил Российской Федерации сопровождает наших ребят и здесь представляет свою авторскую программу, авторскую свою, как правильно назвать, марш, марш Тувы. Вы знаете, с великим удовольствием с Валерием Михайловичем поговорил. Мы даже забыли время, чуть-чуть с опозданием сюда забежали, потому что человек незаурядный, незаурядного таланта, династии музыкантов с 11 лет служит именно музыке, военной музыке, потому что именно с 11 лет служит с музыкального военного училища, и вот до сегодняшнего дня служит именно духовой музыке. И это человек, который вместе с нашим великим земляком, героем России, министром обороны Российской Федерации, отвечает за дух военной мощи, за дух тех ребят, которые стоят на страже безопасности нашей страны. И это человек, который поднимает настроение, поднимает людей, если нужно, против пули идти. И это команда нашего земляка Сергея Шойгу. Я бы очень просил вас приветствовать здесь генерала-лейтенанта Халилова. Только замечу, что в июне он приедет уже со своим военным оркестром, знаменитым на весь мир. И тогда вместе с вами мы ему вручим наше почетное звание «Заслуженный деятель искусства Республики Тыва». Про Петра Михайловича Казимира, конечно, мы с вами все знаем, что духовой оркестр – это его детище. И не случайно ребята его называют шефом, где-то пашкой, а где-то учителем. Это так и есть. Вы сегодня еще раз в этом удостоверились. И я бы хотел еще раз приветствовать и поблагодарить Петра Михайловича за это сподвижничество, за его старание. Молодец! Конечно, имею, наверное, право ошибиться, потому что Казимир Петр, он именно так в моих ушах звенит. А на самом деле, конечно же, Петр Николаевич. Да. Он у нас заслуженный деятель искусств, и вполне заслуженно. Вы видели, какой они экзамен выдержали, и вместе со своими учениками он представил юбилейный концерт, который будет в этом году представлен, я надеюсь, всем нашим гостям и тем самым гостям, которые к нам приедут. Я более чем уверен, что они их удивят, потому что такие сказочные, такие особенные слова были здесь высказаны. И вот с Анатолием Барсановичем мы сидели, вот было бы здорово, если бы перевели еще на туинский язык, и это было бы так сказочно звучало, и это было бы так здорово. Поэтому хотел бы вас приветствовать здесь, Владимира Андреевича Чернявского. Согласитесь, это было здорово. Я прежде всего, Владимир Андреевич, это Чернявский здесь звучали его. Да. А здесь Сергей Арнольдович. Сергей Арнольдович, вы для меня открытие. Я очень бы хотел быть снова с вами быть знакомым, потому что настолько чувственно, настолько вот
сопровождать концерт, как вы умеете, я впервые это увидел, на самом деле. Это здорово. Большое спасибо вам за такое событие сегодняшнее. Я счастлив, я надеюсь, и мои земляки, вот судя по аплодисментам, именно так и разделяют мои чувства. Спасибо вам за это. Ребятам, удачи. У нас впереди много дел. Спасибо. Дорогие друзья, наш концерт подошел к концу. Мы благодарим вас за внимание. Мы высоко ценим ваши аплодисменты. Очень любим перед вами показывать свои работы. Спасибо вам. Берегите себя. Всего доброго.